Губернатор сказал, что не расстроится, если уберут памятник Ленину на площади 5 года. Он не расстроится, а я расстроюсь. Почему? Ну, потому что это наша память. Что ж мы все время переписываем нашу память? То есть и берем то хороший, то плохой. Надо заняться нынешними проблемами. Губернатору вообще не дело опять копаться в прошлом. Ну, и поэтому это специально, чтобы расколоть общество. И отвлечь его от насыщенных проблем нынешних. Ну, давайте сейчас будем разбираться, прав был там князь Владимир или еще кто-то. Нужно консолидироваться вокруг решения проблем нынешних и будущего. Вы сказали, я бизнесмен, да? Управлять – это значит предвидеть. Губернатор должен предвидеть, что на самом деле в ближайшие там, год-два происходить. Как начнут лопаться трубы, например, по всей территории. Что нужно сделать для того, чтобы учителя получали достойную зарплату. Как нужно обеспечить сохранность бюджета и отсутствие коррупции. Вот это задача губернатора. А копаться в прошлом – это историки должны. Вот. И, кстати, я вот абсолютно убежден в том, что надо слушать людей. Ну, хорошо, проведите вы по этому поводу референдум. Причем честный, открытый. Вот тут я тут про вашу башню слышал. Ну, люди должны решать вопросы. Мы боимся, мы говорим, что мы демократическая держава, что у нас источник власти народ, а одновременно не хотим вообще с народом разговаривать. Проблемы с вашей башней тоже такая же проблема, которая надумана. Но вы соберите людей, проголосуют, пускай они и скажут, нет, не будет никакого там спортивного объекта для олигархов, а будет конкретно вот башня, это символ города. И все станет на свои места. Власти нужно разговаривать с людьми, они боятся, что вот больше трех соберетесь, уже опасность.